Эх, а стоит мне вообще пакостить этой деревне? Тут же же все знают, что я фейковый компот, а не настоящий. Мне уже давно никто и нигде не верит. Все знают, что я фейковый компот. Блин, потому что настоящий компот меня разоблачил. Где он вообще, кстати говоря? Он должен быть в своей деревенской кузнице. Ну-ка. Ха! А его тут нету. Я что-то не понял. Погодите, а дверь у него закрыта или открыта? Ну-ка. Ха! Открыта! Я не понял. Компот? Ха! А компота-то нет дома? Ха-ха-ха! Надо ему как-то отомстить за то, что он меня разоблачил. И мне больше не удается никого обмануть. Ну вопрос как? Ведь после того, как он всем рассказал, кем я являюсь на самом деле, у меня вообще ничего не получается. Мне вообще никто не верит. Блин, фейковый компот. Думай. Может притвориться компотом? Да, притвориться. И украсть изумруды в деревне. Хотя нет, мне все равно никто не поверит. Черт. Нужно обмануть жителей как-нибудь по-другому. Нужно придумать что-нибудь гениальное, где не требуется моего участия, или где меня практически не будет видно. Где я могу как-то соврать красиво и... Стоп! Идея! У меня есть идея! А что если я открою самый настоящий магазин фейкового компота прямо здесь в деревне и скажу, что типа настоящий компот открыл? Да, это хорошая идея! Тихо. Главное осторожно двигаться по деревне, потому что кто-то из жителей может меня заметить, и все, меня просто отсюда выпинут. Так, ладно, у меня были с собой инструменты. Правда, я планировал их потратить на постройку дома, но придется построить магазин. Чего не сделаешь, чтобы обмануть этих жителей? Буду строить магазин вот прям рядом с домом компота. Блин, а компот не придет? Ладно, нужно быть осторожнее. Будем ставить сюда первый блок, затем вот так вот доски, а здесь у меня будет дверь. Только надо сразу сюда уже построить пол. Пол я начинаю строить вот сюда, потом ввожу вот сюда. Ага, в принципе, я все рассчитал, все у меня будет нормально, все у меня будет красиво. Все должно сойтись по расчетам, и мне точно все поверят. По углам дома я буду ставить вот такие вот бревна, а сами стены будут из голубых досок. Так, я там говорил про пол, нужно им прямо сейчас заняться. Жалко, у меня лопаты, конечно, нету. Ну ничего, моя рука тоже как лопата. Осталось поставить сюда пол, и в принципе, с этой темой я закончил. Дальше будут стены, потолок, витрины. Ну, вы знаете, как строятся магазины. Так, хорошо. Поднимаем на приличную высоту эту конструкцию. По бокам не забываем эти бревна для стабильности. И стены построены. Теперь нужно сделать потолок. Возьму вот такие вот синие полуплиты. Блин, как мне нравятся цвета моего скина. Правда, я, конечно, полностью украл все это у компота. Но ничего, я же один цвет поменял. Все, значит, мое. А что, это же так считается, правильно? Да-да, мы потолок готов, все нормально, правда, когда не очень похоже на магазин, но ничего страшного, я это в скором времени исправлю. Главное поставить сюда стекла, потом повесить сюда такой навесик, как у магазина, и внутрь поставить полки. Слышь, я не понял, ты кто-то... Стоп. Чё? Фейковый компот? Ты чё тут забыл, слышь? Стоп, а с чего ты взял, что я фейковый компот? Я настоящий. Чё ты мне тут чешешь? Настоящий компот сейчас в лесу дерево добывает. Какой? Ты фейк настоящий, а ну пошёл вон отсюда. Да я говорю, я настоящий компот, просто решил открыть тут магазин. Считаю до трёх. А, ладно, всё, пока, я ухожу, убегаю отсюда. И чтоб глаза мои тебя больше не видели в нашей деревне, понял? Чёрт, нужно рассказать это все компоту. Блин, меня из деревни выгнал житель. Этот вонючий житель в коричневом. Я надеюсь, он не рассказал компоту. Так. Нужно подбежать поближе и узнать. Ну-ка, его здесь нету. Его здесь нету. Ну, он заколотил дверь в мой магазин. Он что, совсем что ли офигел? Это надо сломать срочно. Отлично, он ничего тут не сломал. Фух, не сломал. Надо быстро покончить уже с этим магазином и валить отсюда. Пока реально на меня тут не обрушились все жители. И самое главное, чтобы не пришел компот. Расставляй полки, потом я буду складывать на них товар. Отлично, все полки расставлены. Короче, у меня тут система. Этот магазин будет работать без продавца. Я поставлю сюда прилавок, но внутрь к товару можно будет пройти только после того, как ты оплатишь этот товар картой. А к этому терминалу я привязал свой банковский счет, и все деньги будут поступать только мне. Только мне и больше никому. Все, готово, я это все
поставил, потом нужно закрыть эту калитку и... Ха, есть проблемка. А что мне продавать в этом магазине-то, я не понимаю. Как мне всех заманить сюда? Ладно, я что-нибудь придумаю. Я думаю, что у меня что-то получится. О, все, отлично. Сюда больше не пройти. Осталось, как я говорил ранее, повесить навес. Блин, вон этот житель в коричневом стоит. Он же меня может спалить. Короче, нужно быстренько уже заканчивать. Так, вот этот навесик. Вешаем его вот сюда, чтобы был, типа, у нас магазин. Блин, а солидно получается. Мне очень нравится. Очень красивый магазин. Так, теперь табличку для привлечения внимания. Опа. Пишем здесь магазин компота. Вот так вот. И восклицательные знаки, чтобы все точно верили. И побольше восклицательных знаков, я сказал. Все, готово. Я написал. Теперь нужно заполнить товар и быстро сваливать отсюда. А что мне продавать? Что мне продавать? Блин, а у меня ничего нет. Я что-то не подумал даже как-то. Думай, думай, фейковый компот. Что же продать? Что же здесь продать? И... Ха... А что если? А он запривачен или... Ну, конечно, он не запривачен! Я сейчас продам все вещи компота по отдельности! Ха-ха! Это будет такая месть! Отлично! За то, что компот меня разоблачил и рассказал всем, что я на самом деле не настоящий! Я больше не могу обманывать людей! Но ничего страшного! Я за это продам весь дом компота просто по частям! Просто разберу его и все! На полке осталось только разложить весь этот товар! Его ноутбук, кроватку, доски... О, сколько здесь товаров, телефоны, ой, изумруды, ой, как хорошо. Это будет очень весело, ладно. Нужно это все срочно раскладывать и сматываться из этого магазина как можно скорее. Ух, отныне зовите меня деревянный магнат. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, добро пожаловать на мое новенькое видео. Сегодня я был целый день в лесу, и вы просто посмотрите, сколько у меня дерева в инвентаре. Мне кажется, я могу себе дополнительную деревенскую кузницу построить. Ну ладно, естественно, я шучу, я этого делать не буду. Я сломал полностью весь топор, я бы еще больше времени провел в этом лесу, да только вот топор сломался. А вот дерево-то я добыл, конечно, дофига, и еда у меня закончилась, короче, я голодный тут. А что происходит? Я не понял. Что тут творится, житель? О, привет, Компот, ты решил вернуться все-таки? Вернуться куда, житель? Я вообще-то в лесу был. В смысле, а ты не планировал уезжать из деревни? Нет, я не планировал уезжать, А где мой дом? Не знаю, Компот, что ты меня спрашиваешь? Ну вы же тут стоите! Я вот вас и спросил! Ну мы стоим возле твоего магазина, ты там, видимо, дом по частям решил распродать или что? Погоди, погоди, кто тебе это сказал? Откуда у тебя эта информация? Из чего ты вообще взял, что это мой магазин? Ну таблички позади меня написано. На какой еще таблички позади? Ну-ка, дайте пройти, я сказал! Что? Я не понял, магазин кого? Компота? Вы что, офигели, что ли? Какой магазин компота? Компот, я, конечно, понимаю, что ты владелец этого магазина, но давай в очередь, пожалуйста. Какую еще очередь? Что здесь происходит? Я не понял. Это что, мои предметы? Это... Эй, откройте! Я сейчас... Блин, топор сломался, что мне делать? О, открыл! Это что за фигня? Какой же товар мне прикупить? Компот, какой посоветуешь? В смысле прикупить? Это мои вещи! А ну назад! Все отойдите назад! Это мои предметы! Я никому не отдам их! Ты что, офигел, что ли, Компот? Я уже вообще-то оплатил проход сюда, поэтому я заберу у тебя ноутбук и телефон. А ну отдай! Это мой ноутбук! Я тебе сказал, ты чё? Что ли? Я за это заплатил. Это ты продаешь товары. Все, пока. Я никому ничего не продаю. Это мои предметы, я сейчас заберу. Почему я их не могу забрать? Что за фигня? Ребята, я не понял. А тут что творится? Эй, в очередь. Ребята, я сейчас сойду с ума. Что здесь происходит? Кто-нибудь мне может объяснить? Почему в нашей деревне открылся какой-то непонятный магазин в очень странной расцветке? Куда пропал мой дом? И почему внутри продаются мои предметы? Что происходит? Происходит? У меня вопрос, сколько я спал и что произошло, пока меня не было? Почему этот магазин появился в нашей деревне? Ему очередь уменьшилась, я надеюсь, что все разошлись жители. Ну все, 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 магазин закрывается, да, да. А где предметы? А где? Раскупили. А ну, все, пошли вон отсюда, на выход, на выход! Все, до свидания. Так, ребята, все, дверь закрываем. Капец. Посмотрите, они все раскупили, все мои предметы. То есть, пока меня не было, кто-то взял, разобрал мой дом пополам и распродал его по частям. Но кто открыл этот несчастный магазин в нашей деревне? Ребята, что здесь осталось? Семена пшеницы, картошка и одна дверь. Понятно, это все, что у меня осталось. У меня даже телефона нет, чтобы позвонить, ребята. У меня вообще ничего не осталось. Все купили, все раскупили жители. Мне нужно их как-то заставить
пытались вернуть это все мне назад. Но они же фиг вернут, они же за это как они сказали, деньги заплатили. Тут явно работал какой-то мошенник. Так это не магазин компота, нифига, надо сломать эту табличку, чтобы больше никто не купился. И вот сюда я повесить. Все, магазин закрыт, ну его нафиг. Блин, нужно как-то теперь поговорить с жителем. Нужно. Опа! Жители! Жители! А что вы тут делаете, жители? Ну-ка дайте-ка пройти. Это мои предметы. Нет, Капот, это наши предметы, мы их купили у тебя. Жители, последний раз говорю, вы ничего у меня не покупали. Как это же твой магазин, Капот, там твои предметы, но это разве не твоя кровать? В том-то и прикол, что предметы мои, но магазин не мой. Кто-то их украл и перепродал, жители. Верните мне все назад. Ага, сейчас, это ты пытаешься нас прямо сейчас обмануть. Ты просто собрал с нас деньги, а теперь требуешь все вернуть, размечтался. Да нет, жители, я не собрал с вас деньги. Я ничего с этого не получал, меня просто обокрали. Да, жители, это правда, послушайте компота. Ой, спасибо, жители, хотя бы ты мне веришь. Я видел, это был фейковый компот. Что? А фейковый компот? Реально? Погоди, фейковый компот? А погоди-ка, а я что-то сразу и не понял, почему цвета-то сине-голубые? Это реально мог быть фейковый компот? Да жители в коричневом с компотом заодно, они вместе нас все обманывают, доказательства есть? Да, есть компот, покажи, пожалуйста, видеозапись на этой камере. Я тогда видео снимал и увидел, как фейковый компот строит магазин в нашей деревне. Я записал на видео, как его прогоняю. Ага, жители, чё, выкусили? Сейчас я вам покажу эту видеозапись, я уверен, что это был фейковый компот. Так, только мне нужно все расчистить и поставить камеру. Камеру. Ну чё, жители, убедились? Офигеть, это был реально фейковый компот. Компот, прости, мы... Но мы ведь уже заплатили деньги. Ну а кто же вас просил платить ему? Так, возвращайте мне все назад. Да, мы-то вернем. Ну что нам делать с фейковым компотом? Он же забрал все наши изумруды. А жители внимательные надо быть, а не вестись на всякую билиберду. Погоди, так он нас обманул. Нам нужно что-то с этим делать. Делайте, жители. Тем более я давным-давно уже разоблачил фейкового компота. И я не понимаю, почему вы продолжаете ему верить. Ну как можно быть такими, не знаю, такими носатыми? Блин, ё-моё, мы что-то реально как-то не подумали. А я сразу знал, что это фейковый компот. Вот молодец, житель, внимательно смотришь мои видео. А чем думали вы, я даже не знаю. Слушай, ребята, короче, жители мне вернули все предметы, которые они купили в этом магазине, но фейковый их компот все-таки обманул. Будьте осторожнее, ведь в интернете очень много обмана в данный момент. Ладно, а я пойду назад выстраивать свой дом. Ну, фейковый компот, ты у меня еще попляжешь, если ты смотришь это видео. С вами я прощаюсь, всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята.